Вот у нас отрезалось. Давайте посмотрим повнимательнее. Очень неплохо. Рубиновая линзочка с ориентацией оптической оси. Это будет один из эталонных резонаторов. Ну, конечно, здесь есть скол небольшой, в пределах 1,5 мм. Но сначала померяем со сколом, потом будем его сошлифовывать, если будет в этом необходимость. Вообще-то диаметр, конечно, этой линзочки надо толщину немножко уменьшить. Ну ладно. Теперь продолжим обработку другой части резонатора, который с резьбой.